Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». А в Гомеле Обкомовское озеро затянуло зеленой пленкой. Горожане бьют тревогу, какая-то зеленая смесь с пузырями. Выглядит не очень, пишут гомельчане. Пока непонятно, насколько эта ситуация опасна для людей и природы. И, кстати, если вы заметите нечто подобное на других водоемах, пишите нам. МЧС может выполнять те же задачи, что и органы внутренних дел. Это может произойти в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих национальной безопасности. А на спасателей будет распространяться закон об органах внутренних дел по условиям применения физической силы, спецсредств и табельного оружия. Сегодня самолет «Белавия», который летел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Это произошло в небе над Белгородской областью. Выяснилось, что у лайнера сработал датчик неисправности одного из двигателей. Самолет совершил посадку в аэропорту Домодедово. Пассажирам предоставят питание и в ближайшее время отправят в Анталию.